Торжественное открытие 12 подростковых пространств, ставших победителями всероссийского конкурса программ социализации подростков, накануне одновременно состоялось в разных точках страны. Это стало возможным благодаря инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Тут мы будем организовывать встречи тоже разного рода, да, какие профессии есть, что нужно для того, чтобы развиваться нашим детям. Для того, чтобы дети ознакомились, мы по графику будем для школ города Кызыла такие ознакомительные занятия проводить. А в дальнейшем, конечно, желающие дети будут приходить, общаться. Здесь такая свободная зона будет. Название регионального центра «Лидер» говорит само за себя. Его главная цель – обеспечить социализацию и поддержку подростков, чтобы предотвратить их противоправное поведение. Речь идет прежде всего о тех детях, которые входят в группу риска и состоят на различных видах профучета. Мы получили большую поддержку благодаря нашей заявке. Это финансирование, то есть мебели. Мы получаем в скором времени мебель и оргтехнику для подросткового центра. Конечно, здесь идет большая координация работы с нашей стороны будет. То есть лично с моей стороны это будет координация всех органов исполнительной власти и всех, кто здесь будет задействован в работе. Всего же в рамках программы «Подростки России» на сегодняшний день в стране действует 18 пространств. Для Тувы это большая удача войти в число победителей. Ведь только два города Сибири одними из первых попали в этот проект. Это Кызыл и Новосибирск. Чинчика Шпукол, Чайхан Донгак, Самдан Иргит, телеканал Тува 24.